Всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я опять играю. Угадайте во что? Вы никогда не угадаете, во что я сейчас поиграю. Да, это Hello Neighbor. Да. Привет, соседушка! Hello Neighbor! И мы сегодня поиграем в эту игру. Настройка я не знаю как поставить. Давайте на ультра тогда поставим, посмотрим, что там из этого получится. Да, получилось, ну, как сказать, нормально вроде бы. На ультрах-то работает. Ладно, потому что у меня особо компьютер не загружен. Да, темно. У меня где-то там был фонарик, да. Сейчас посмотрим. Не, фонарика у меня вроде нету. Вот он. Это бинокль. Да, фонарика у меня нету. И я должен бежать к соседу. Да. Давненько уже я не видел видео на ютубе про эту игру. Так, где он? Блин, я сейчас забыл. Блин, извиняюсь, ребят. Просто у меня тут одна программа, которая мешает мне играть вообще в эту игру. Все, я отключил. А, так, где у нас может быть фонарик наш? Вот он. Какой же, блин, дебил. Так. Твою мать. Ладно. Пока что так. Как его выключить? Я забыл, тут уже управление. А, да. Точно. Так, он нас как-то поймал. Хотя он должен идти спать. Да, у нас есть клей. Давайте пока что мы разберемся с домом. Так, у нас здесь где-то свет был, да? А, да, вот так вот. Свет. Эту игру давно уже не обновляли, поэтому никто не снимает уже про нее видеоролики. Хотя, я не знаю. Ну, вроде да. Про эту игру все забыли. И, в общем, да, в нее никто теперь не играет. Не знаю почему. Потому что ее оставили на альфа-версии, про нее, походу, уже забыли. Но летом она должна выйти все-таки. Так, ладно. Так, здесь нифига нету. Да, здесь какие-то звуки, которых я раньше не слышал. Или мне так кажется просто. Я не знаю. Я потому что давно не играл вообще в эту игру. Я вспоминал о ней, но в нее не играл. Так, да, у нас здесь свет. Стоп, я выключил вообще или включил? Походу, я включил свет. Так, здесь можно увидеть, что вообще. Да, на ультрах все работает нормально. Раньше у меня не работало на ультрах нормально. Потому что у меня что-то там было с компьютером. Вроде бы. Хотя у меня компьютер вообще супер игровой. Там видеокарта GTX 1080 стоит. NVIDIA GTX 1080. Но и Intel Core i7 вроде бы. Я не знаю, почему не работало. Я вроде ничего не менял. Да, я обновил драйвера только. И все вдруг началось нормально работать. Так, где у нас наши... Да, на ультрах как-то сложно немного играть, или просто я привык уже как-то играть не так. Да, здесь очень темно, и ладно, давайте... Так, я забыл. А что здесь вообще, по идее, надо... Так. Твою мать. Он сейчас прибежит сюда. Так, ладно. Пока что так, да. А, у меня где-то... А что ты побежишь-то? Зачем? Стоп, забыл. Где мой этот бинокль? Если где-то бинокль был, вроде бы. Твою мать. А, вот он, точно. Извиняюсь, я специально так делал, если честно. Так, ладно, с этим я вроде разобрался. Так, здесь яблоко. Стоп, яблоко. Я не помню, вообще нужно яблоко здесь или нет? Я честно, давно не проходил. Я взламывал как-то файлы и только это все убрал, удалил. Да, ну да, мы будем смотреть за соседом. Раньше я тоже смотрел, как он там что-то делает. Да, он опять его открыл. Поэтому давайте побегу в другую сторону. Фонарик как бы мне не нужен. Твою мать. Да, здесь очень темно стало на ультрах, когда играется. Так. Включи свет. Кажется, все-таки надо включить свет. Так, здесь закрыто. Надеюсь, он меня не увидит. Тихо. Типа, где он вообще есть? Вообще здесь нет? Твою мать. Ха, давненько я не видел. Твою мать. Шкаф.
О, давненько я так не боялся. Да, давненько. Ого, ну твою мать. Молодец. Слушай, у меня... Кажется, он меня потерял. Слушайте, смотрите, вот заключил. Мне так кажется, или я нашел новый баг? Он открыл шкаф и не видит меня. Что он делает? Что он делает? Надо посветить на него. Смотрите! Значит, смотрите, как так вообще. Я хочу сказать так, потому что если я выключу, меня как поймает, да? Что я сам вышел? Так. Очень темно, очень непривычно. Честно, ребят. Но я долго решил поиграть сегодня. Давай, 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 давай. Оба. Умный. Умный какой вообще. В свой капкан не пошел. Да, очень умный. Он умный что-то. Так. Ну что из этого можно понять? Да, что он побежал. Нет. Ну да, он там стоит вот. Пытается бегать. В общем, что из этого можно понять? То, что... Да ничего из этого нельзя понять. Очень темно. Очень как-то непривычно играть. На Love... Ну да. Ну, короче, на этих настройках. На самых первых. Что если я просто на ультра... А, да, у меня же лагало из-за чего? Из-за этого, что... Нет, не лагает. У меня же стояло как бы все вот такое вот. Ультра. От ультра лагало почему-то. Сейчас не лагает, потому что это как бы, наверное, не стрим. Потому что это просто видеоролик. Поэтому, наверное, не лагает. Ладно. Надеюсь, он там не поймает. Твою мать! Твою мать! Он там стоял! Чел, 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 чел! Ну! Надеюсь, он меня не поймает, нет? Пошел он нафиг. Слушай, я лучше побегу туда. Это сложнее, чем... Твою мать. Почему? Блин. Почему ты такой косорылый? Почему он не может запрыгнуть? Слышь? Так, тихо. Тихо, осторожней. Так, ладно. Окей. Так, ладно. Окей. Окей. Так. Окей. Ладно, пока что это все. Просто были дела. Кто не понял, так, где здесь? А, да, яблоко тут какое, да. Так, окей, пошли. Сюда идем. Так, сюда заходим. Так, нам нужно... Твою мать. Стоп, я что-то брал. Я честно не помню. Куда я ходил и как. Я вроде... Здесь ключ. Да, вот тут я понял то, что я здесь лоханулся. И сейчас и здесь как-то это все не получить. Поэтому, да, поэтому я тупанул и даже не открыл ту штуку. Да. Я тупой.
ты открыл ее? Нет. Нет! Нет, 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 нет! Уходи! Уходи, 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 уходи. Да, прям вообще! Анархия, блин, анархия. Слушай, иди отсюда. Вообще. Вы видели, какое у него лицо было? Что-то новое. Охренеть. Ладно. Я так понял, нам нужно что-то сделать. Что-то открыть там. Итак. Так. Сейчас разберемся. Надеюсь, он меня там не заметит. Нет? А, точно. Точно, точно, точно. Я же забыл. Так. Я точно не помню, где. Не помню. Почему здесь? Но где-то здесь. Здесь я вроде где-то видел эту штуку. Но я не уверен, ребят. Я не уверен, потому что здесь я как бы... Нет, я не вижу ее. Это... Так. Она была где-то. Но я не помню где. Вот я правда не помню где. Где-то она здесь была. Эта штука. Но я не помню где. Или она была за домом? А, не, она была здесь вроде. Сейчас. Блин. Вот она. Ребятки. Опа. Да нахрена мне коробка? Так. Тихо. Так. О! Вот она. Так, уходим. Пока соседушка нас не увидел. А, дверь открыта. Твою мать, он прям там. Тихо. Тихо. Он там стоит прям. Вот прям там стоит, ребят. Не поверите. Он вот прям здесь. Ах ты тварь. Иди отсюда. Блин, почему я такой косорылый? Почему? Почему я не смог? Да что такое? Тихо. Да ты достал, как ты меня... Ладно. Для этого мне нужно стул. Тот же стул давайте используем. Так, мы вроде себя спалили, как бы. Так, ладно. Так, ну чё он здесь ходит все? Так, ладно. В общем, смотрите, что нам надо здесь придумать? Но нам нужно как-то зачем-то... Вот он стоит. Твою мать. Твою мать. Да ладно. Надеюсь, я успею пробежать там. Но это не точно. Или точно. Или не точно, ребят. Я не знаю, как получится. Я уже пробежал. Так, тихо. Тихо. Тихо, главное. Тихо. Опа! Видели? Охренеть. Так. Открыть или не открыть? Так, ладно. Окей. Я правда не знаю. Так, ладно. Или открыть все-таки, не знаю. Наверное, открыть. Попробую, точнее. Просто попробую и все. Так. 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 Минусов нету. Твою мать. Да... Твою мать. Охренеть. Просто, ребят. Так, ладно. Ладно. Окей. Самое главное то, что у меня есть теперь...
магнит, которым я могу пользоваться и который мне будет теперь помогать в игре. Так. Здесь интумение. Почему он там-то? Почему он там оказался? Ладно, еще шанс будет. Так. Видите его? Так, ладно. Окей. Так. Надо придумать план. Как придумать план? Нам нужно как-то перепрыгнуть. Я не знаю, как перепрыгнуть. Да, я криворукий. Как надо пропрыгнуть? Ну, блин, ну... Гадина, 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 гадина! Ну ладно. Так, окей. Окей. Он что, меня опять за... Твою мать! Как так? Как он так меня замечает? Я просто не понимаю. Ладно. Думаю, я пойму потом. Это мой стул, если что. Я им пользовался. Так. Так. Твою мать, зачем я на него смотрю? Ну! Фонарь! Беги! Да ладно, серьезно? Что, залаги? Смотри, лагает что-то. Что-то его опять поставишь, да? Да пошел ты нафиг. Ах ты тварь. Сука, 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 сука. Закрой! Ну! О! Ну есть один минус. Да, есть огромный минус. То, что если я сейчас не прыгну, мне придется опять как-то... Как-то... Ну, в общем, понятно. Так, возьмем диван. Давай, 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 давай. Есть! Хотя я не знаю, зачем я это сделал. Отсюда точно... А, здесь стена, во. Видно? Он где-то там ходит, внизу. То есть он сюда как бы не придет, наверное. Ну, точнее, я так говорю. Хотя его хрен знает. Здесь, смотрите, какой-то этот. Слушайте, а можно вообще? Или нельзя? Сейчас. Нужно какую-то вещь взять. Значит, коробка, например. Хотя зафига здесь коробка. Смотрите. Ой, разве... То есть сюда можно еще упасть. Прикиньте. Охренеть. Так. Как ты сюда забрался? Твою мать! Как ты меня увидел вообще? Вообще! Это просто что-то нереальное. Так, ладно, давайте придумаем так как-нибудь. Что можно ему еще сделать? Так. Пока что я ничего другого не придумал, как... Где он бегает? Где он есть? Мне так кажется, вот так... Нет, он здесь! Твою мать! Твою мать, он прям здесь! Твою... Почему я не залез в шкаф? Почему у меня не получилось это сделать? Я не понимаю, как он так долго бежал до меня. Что ты там выходишь-то? Что ты ищешь? Кого ты ищешь? Меня ищешь? Хрен тебе. Охренеть. Как ты меня увидел-то? Усатый ты, жопа. Я под карту могу смотреть. Прикиньте. Охренеть просто, ребят. В шкафу посмотрит. Ищет меня.
Молодец. Искать-то умеет. Мужик-то. Только вопрос, как мне теперь туда попасть-то? Почему ты там стоишь-то? Залагал? Смотри, залагал. Или мне так кажется? Он залагал, смотрите. Парень. А что ты пытаешься сделать-то, я так не понял? Ты пытаешься сломать игру или что? Я стою в двух комнатах. Ты не можешь меня там... Хотя, я не знаю. Ты что, усатая жопа? Врезался здесь? Не можешь ты меня поймать, да? А я могу, интересно, сюда бежать? Это новый баг, ребят. Такого не было еще бага. Показалось. Сам отключился, сам вышел. Молодец. Да почему я такой косорыл это, блин? Почему он именно оттуда вышел-то, я не понимаю. Так, ладно. Что можно здесь еще придумать? Тихо. Че, не рабочий уже, что ли? Ну почему я не взял-то эту штуку-то? Почему? Ну давай, бери. Во. Пошел ты нафиг, у меня тебе твой капкан. А еще я помню, он какие-то камни, камеры ставил, да? Да. Я закрыл. Блин, нафига мне опять? Я у него забрал уже. Давайте дома у него, вот этого нашего игрока, буду брать, тогда это все. Здесь пусть будет. Так, у него вроде еще камеры должны быть. Да, мы будем забивать еще камеры еще. Здесь камерные. Вон камера видна вроде. Ах ты, усатый, черт. Так, ладно, писем у меня вроде нету там. Не должно быть. Нет, пустота. Я, короче, не знаю, как здесь больше играть. Закрыл дверь, смотрите. Ах ты, усатая жопа. Даже бежать уже не хочу от него. Усатый офигел? Почему я такой кривой? Почему? Так, ладно. Тихо. Твою мать. Охренеть. Надеюсь, сюда-то сосед-то не придет, наверное. Так. Надеюсь, сюда он не зайдет. Я не знаю, как это делать. Смотри, он окно починил. А зачем? Смысл вот он починил окно. Ну вот смысл-то. Я не понимаю. Он что, смотрит, что ли? Нафига вообще здесь окна? Разработчики, вы что? Нафига здесь окна? Только посмотрите. Зачем они нужны? Вот самый прикол-то какой. Ну! О, да! Давай. Да! Тихо. Берись. Так. Так. О, есть! А что она открывает дверь? Как,
Какую, какую? Нет, нету. Так. Нет, нету. Открывает она ту дверь. Так. Открыть как? Как открыть это? Так. Охренеть, там он еще где-то ходит, этот сосед-то. Открыл? Открыл! Открыл! Я открыл. Да, я открыл. Так, ну думаю, мне ключ больше не нужен, да? Или нужен? Я не знаю. Давайте его тогда здесь к ним кинем. Этот ключ. Чтобы он нам как бы не мешал. А, фонарик, фонарик, да, точно. Надеюсь, я больше прыгать здесь не буду, потому что здесь я помню, я как-то прыгал туда. На эти штуки. Я прыгал в окно куда-то туда. Там надо было как-то что-то делать. Ну, как бы ладно. Так. Тихо. Здесь мне надо было прыгать сюда. Потому что нет. Тогда это было вообще бы неправильно. Так, так. Так, ладно. Сюда. У меня причем баг с окном не получился. Ладно. Так, сюда я вышел. Ладно. Так, здесь тоже... Здесь должен быть какой-то... Стоп, а где я? О, я здесь? Серьезно, я же... А, да, точно, я же спрыгнул, да. Нормально. Так, сюда я... Сюда я зашел. Так, здесь... А здесь что я могу взять? А смысл? Я посмотрю в окно. Ой, не в окно, а в этот, как... Дверной замок. Смысл? Так. Значит, что у нас здесь есть? Здесь есть дверь. Она ведет, в общем, вниз. К соседу. Туда я прыгать не буду. Так. Есть фонарик лишний. Здесь есть карта. Да, карта мне пока что... Я не знаю, нужна карта или не нужна. Но раздали, значит, нужна она. Зачем-то. Так. Так, а карточка и дверь я не могу открывать, да? Пока что. Дверь я только главную могу открыть. Который там находится в комнате у него. Так, тогда это сложнее. Это намного сложнее, ребят. Так, ладно. Ну почему? Давай. Да почему? Но! Наконец-то. Так, ладно. У меня есть окно. Надеюсь, его сосед не починит. Так, все, я залез сюда. Значит, что здесь у нас такое? Вообще есть. Ах ты тварь! Ах ты тварь! А как он залез? А, я же не закрыл. Я же не закрыл! Точняк! Теперь-то я понял, в чем прикол. Соседушка! Соседушка! Варь ты. Ну, в общем, ладно. Это, видать, надолго, ребята. Ну, а смысл, смотрите, вот, вот смысл мне сейчас дальше... Нет, конечно, я продолжу. Потому что теперь есть какой-то хотя бы прогресс. Потому что у меня есть карточка, и я могу ее использовать. Так, здесь что у меня? Здесь ничего нет. С этой жопы ты ушла? Нет еще. А, сбрей усы, ты остался своими усами, всю игру тут портишь. Так, ладно, куда мне идти? Откуда ты узнаешься, где я нахожусь вообще? Как? Вопрос. Ай, где он? Фонарь. Да. Где мой фонарь? Так, фонаря теперь у меня нет. Я молодец. Oh!
Твою мать. Так. Ладно. Фонаря у меня нету. Ни хрена у меня нету. Надо что-то делать. Как? У меня только один вопрос, как? Так, ну есть, конечно, плюсы. Потому что там открыта дверь. Что, здесь камера, что ли? Где здесь? Где она? Я открыл здесь окно где-то, вот. Ботинок. Где? Ну, молодец, фонарь. Фонарь-то где? Круто, он был там. О! Круто, я, конечно, респавнился, ребят. Пошел ты. В общем, нет фонаря больше у меня. Да. Придется другой фонарь брать. Отсюда. Так, здесь дверь открыта. Фонарь. Так, ладно. Фонарь есть. Новый. Так, все, я дверь закрыл, как бы. Сейчас он сюда не должен вроде идти. Смотри, поставил капкан там. Видно, можно. Можно увидеть. Здесь он починил окно. Окно, так и как я теперь умный человек. Нафиг мне эта штука. Сейчас только он сюда прибежит. Надо проверить, я закрыл вообще эту штуку. Да, она закрыта, она, он сюда не пролезет. Есть еще одна дверь. С какими-то вещами. Но она закрывается. Да. То есть, смотрите, во. И там есть какой-то еще путь. Смотрите, еще ниже. Откройся это. О, круто. Там какие-то шкафы. Какая-то комната. А как он так? Его ж тут не было. Как ты это сделал? Как он это сделал? Я только что там был. Я же выбил как-то окно. Не может быть, что я не мог увидеть капкан. Как мне теперь выбраться? Выбрался. Молодец. Блин, фонарь. Жалко только фонари. То есть в этой игре только фонари нужны. Их так мало вообще. Камер, что ли, поставил? Усатый, ты что там, камер, что ли, поставил? Вон, камера, конечно, камера, ребят. Так. Опять капкан, смотрите-ка. Что такое? Как ты это делаешь? Как он это делает, ребят? Стоп. Не может быть. Один капкан. И был еще один капкан. Потому что я точно помню, здесь было их два. Он же не мог его опять раскрыть. Потому что его здесь нет. Так, ладно, я отсюда вышел. Так. Как мне теперь пройти-то? Так что ли? Давай. Тихо, уже медленно можно. Лазить. Так, окей. Окно! Ну давай же. Ладно. Пока что нет. И типа куда мне? Нет. Вон, видно мой дом. Я не знаю. Я никогда до сюда не доходил. Точнее, нет. Я конечно, доходил до сюда. Но я не помню, как здесь я проходил. Вообще. Так.
А типа, что надо здесь делать вообще? Я вот залез, и что здесь? Мне кажется, надо идти по этой... Нет, там закрыто. Смотрите. Там закрыто. Смысл мне тут... Блин! Твою мать! Я выпал. Ну все, меня поймал. Как мне теперь лазить-то, ребята? Как я тебе полезу? Усатый хрен. Только попробуй меня найти, идти прям... Вообще! Так, ладно. Так. Что там уходит-то? Выключи сайты все. Ах ты хрен. Достал. Просто тупой сосед. Так, мне придется опять прыгать. Ах ты тварь! Ах ты тварь! Давай! Сюда давай! А, блин, ладно. Еще раз. Тихо. Сюда. Там что? Только не сюда! Твою мать! Твою мать! Зачем он сюда зашел-то? Ты вообще нормальный, нет? Ну, конечно, да, он ненормальный. Но я еще не нормальный. Пошел нафиг. Иди ты нафиг. Почему я такой косорылый? Почему я не запрыгнул? Вот было бы прикольно, если бы я запрыгнул. Было бы намного прикольнее. Поверьте. Так. Там еще была дверь, но как бы она мне не нужна. Потому что там, ну как бы, ничего такого особого нет. Так, здесь я все. Так. Здесь. Здесь, значит, смотрите, здесь. Я уже все сделал. А, я закрыл, да. Тогда нормально. Так, здесь. Дверь закрыта. Окно, окно. Фонарь постоянно должен гореть. Вот эта херня мне не нужна. Ай-яй-яй. Так, это просто, чтобы следить за соседом. Так. А это что? Не, я вот боюсь прыгать туда. Потому что это как-то... Нет. Я не допрыгну просто. Ладно. Блин. Вот. Значит. Значит, что здесь такое? Чего такого? Так, здесь какая-то такая штука. Что это такое вообще? Я не понимаю. Есть ружье, есть стул. Стул есть. Стул я не смогу. Никак его. Ладно. А типа тогда куда мне идти-то? А, ну я был где-то... А, ну да, я же упал. Точняк. Зачем я тогда сюда пришел опять? Мне же надо в ту комнату, вот эту. Так, ладно. Ага. Значит, что мы делаем? Значит, нам надо... Нам нужны коробки, ребята. Карта, карта, карта. Стоп, он собрал ключ. Нет. Тихо. Надеюсь, мне это тоже не пригодится. Фонарь пригодится пока что. Блин, надо было это дома сложить. Ну пофиг. Все равно я сюда вернусь. Так. Блин, так без фонаря вообще трудно. Ну ладно, надеюсь, я попаду. Нет. Еще раз. Ну, почти. Но! Ну, блин.
О, да! Я попал. Так. Дверь закрыта, давайте посмотрим, что там. Здесь что-то... Что такое? Тиль написано. Какая-то штука. Ну, я думаю, тут как бы это не самое главное, потому что комната маленькая, там ничего не может быть. Так. Надо было взять еще коробку. И больше ничего нет. Да, вот поэтому я не... Стоп, давай, я возьму его. Нет, 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 нет. Ну. Я все просрал. Где здесь она? Я ее не вижу. Я не вижу эту штуку, ребят. Тут нет. Тихо. Вот она, вот она, вот она. Что, не включилась еще? Она здесь должна, вот она. Вот она, будьте. Вот она, вот она, вот. Видите? Не видите вы. И я не вижу. Так. Вот она. А почему я нужна? А, вот она. Окей. Значит, набираем коробок. Сейчас будем опять целиться. Что такое? Набираем коробок и целимся. Первого раза. Вообще идеально. Давай. Есть! Ну! Есть. Так. Берись. Все. Ладно. Так, здесь тоже есть лестница. О, нет! Твою мать! Что такое? Да пидор заебал, если честно. Ну почему он мне... А, я же забыл, мне надо не туда. Стоп. Твою мать. Серьезно? Сука, только попробуй, блин. Только попробуй, сука. Где еще пизды там? Блин, пидор есть. Пидор, блин. Ладно. Заебал. Бля. Ну! Тихо. Все, сидим. Сидим и ждем. Охренеть. Если света нет, ладно. Вряд ли, не, он так не уйдет. Вот он стоит. Камеру! Ах ты, сука. Убрал камеру. Опять вошел, смотри, бегает здесь. Ищет что-то. Узнал то, что я нашел его комнату. Секретную-то. Все, ушел он там, нет? Куда она смотрит? Твою мать. Тихо. То есть он как-то может... Подруг... Блин. Почему это? Дальше стало еще сложнее, да.
Сам! Там на что-то это... Походу ударился чем-то. Ух ты, падла! Поставил стеками, падла. Ребят, пожалуйста, скажите мне, как вообще его туда опять загнать? Да, под окно. Мне бы это очень помогло. В общем, я не знаю, как пройти это. Это серьезно очень сложно, и я не знаю, как это вообще проходить. Ну а смысл, смотрите, вот я бегу от него. Смысл? Китаец еще. Ах ты, пидор. Где моя там эта штука? Я тоже так могу. Эй, уже нет. Ах ты, гад. Меня стырил. Поэтому я просто попросил туда. Он стал камеры ставить. Как ты меня узнал? Да что за хуйня? Я не понимаю. Я не знаю, как проходить эту игру. Я проходил ее не на видео. Но, конечно, один раз я пытался уже пройти на видео. И не прошел. Но здесь... Я пытался. Он прямо здесь как-то ходит. Смотрите. Он как будто прямо здесь. Вот прям здесь. Косой хуй. Я же говорю, хуй. О, у меня его клей остался, ребят. Все, нет клея. А я забыл, что там такое. А, там лестница. Что за лестница? Там я где-то видел лестницу. А что там вообще под лестницей? Короче, я не знаю, ребят. На этом, наверное, все. Пока что все. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И не забывайте подписываться на меня ВКонтакте. vk.com alex.sychkov2001. Если вам понравилось прохождение, данное именно прохождение этой игры... Ну, конечно, я не все прошел, то, что вы там хотели увидеть, то, что вы ждали там, ну, просили меня Hello Neighbor пройти полностью вот этот, именно альфу третью, потому что о ней все забыли, о ней вообще уже не говорят, и тут я решил вот попробую пройти, ну, не получилось сегодня, на видео никогда не получается ничего делать. Да, это не стрим, на стриме было бы все намного, ну, по размеру видео я бы больше там наснял, несколько часов. А так как это видеоролик, поэтому извините, но не смогу я на видеоролике проходить все прохождения. Но если вам понравилось то, что я пытался пройти, что я ругался на этого соседа, в общем, если вам понравилось, поставьте лайк. Ну, в общем, всем удачи и всем пока.